Вася – пешаход, фанат беросейскага «Динамо». На выездные матчи ходит выключно пехотою без автоспыну. На сегодняшний день 19 пешком, всего 139, 5 золотых сезонов. Я прошел за прошлый год 4470 километров. Футбол уратовал его от тюрьмы, а дорога допомагает жить. Лет 6-7 какие-то были проблемы в семье. И хотелось просто куда-то исчезнуть. Беспризорный еще в то время, и нечего было поесть. Удачи на дороге. Хорошая погода, главное, все было. Да. Благодаря тому, что друг меня привел на футбол, и у меня поменялось абсолютно все. Если где-то плохо станет на трассе, давление поднимется. Я отлежусь, там кровь потекет трошку. И все, там, бабки запихал, пошел дальше. Премьеру документального фильма Андрея Кудененки «Фанат» глядите у новогодний вечер, у неделю, а 20:15.